Собрали велосипед Make на 26 колесах, 21 скорость. Амортизаторы не регулируются, не включаются, не выключаются. Переключатели стоят Shinimax. Задние переключатели стоят Shinimax тоже. И передние Shinimax. Всем привет, друзья! Сегодня будем распаковывать велосипед Mike на 26 колесах. Пришел вот в такой коробке. Здесь какая-то очень важная информация. Сбоку на коробке модель T4, 26 колеса, 21 скорость и цвет пурпур. Пурпурный цвет у него. Ну а мы начинаем распаковывать. В комплекте идет коробка Zip с основными частями. Берем ее пока в сторону. Цвет пурпурный. Не знаю, по-моему, это какой-то сине-сиреневый. Пишите в комментариях, что думаете по такому цвету. Проложен поролоном. В комплекте идет также крылья. Передние, задние. Китайские, простые. Убираем в сторону. Переднее колесо, как всегда, на хомутах. Руль в полиэтилене. Начинаем доставать. Вот так выглядит в разобранном состоянии. Ставим велосипед стоя, чтобы удобнее было отдираться. На гайке колеса стоит заглушка, убираем ее в сторону. Срезаем хомуты. С другой стороны тоже заглушка идет на гайке. Убираем ее. Ослабляем сразу гайки. И убираем колесо в сторону. Руль закреплен к раме на одном хомуте. Срезаем его. Аккуратно надо. Так вот. Поролон. Убираем тоже. Отрезаем скотч. С выноса руля также убираем поролон. Переключатели, кстати, стоят Shinimax. На задней гайке колеса также идет заглушка, убираем ее. И убираем поролон. И с другой стороны тоже. Разобрали
разворачиваем вынос руля и затягиваем два болтика по бокам. Теперь откручиваем крышку крепления руля. Она держится на четырех болтиках. И ставим руль. Теперь наживляем болтики. Регулируем наклон руля под себя, как вам удобно. Я сделаю немного вот так вот. И затягиваем. Распаковываем крылья. Крылья в комплекте идут простые, китайские. Гнутся в разные стороны. Ну ладно. Ставим переднее крыло на переднюю вилку. Велосипедные перчатки от фирмы InBike удобные и практичные. Со стороны ладони есть гелевые вставки, с наружной стороны вставки из замши и сеточки. Есть липучки для удобного снятия перчаток. Хорошее качество, недорогая цена. Более подробно можете ознакомиться, перейдя по ссылке в описании. Поставили крыло, теперь затягиваем. В комплекте идет коробка Zip с фирменным логотипом и надписью Make. Открываем ее. В ней идет сидушка с черными вставками посередине, по бокам фирменная надпись Make с обоих сторон. Снизу клея не видно, все прикручено на шурупчики. Вот так оно выглядит. Комплект педалей подписаны левая, правая. Подсидельный столбик с надписями тоже Make с обоих сторон. Тормозной передний диск, он уже прикручен тут болтиками. Останется прикрутить его к колесу просто. И идут 5 колпачков. Видимо, один лишний положили. Или на запас. Колпачки ставятся на гайки для крепления колес вот сюда вот. Вот здесь они стоят. Собираем сидушку. Ставим под сидельный столбик. И закручиваем ключом на 13. Сидушку собрали, сейчас будем ставить заднее крыло. Ослабляем вот этот вот болтик крепления. Внутри стоят два уплотнительные кольца. Посмотрю, сейчас может два залезет. Два не заходят, убираем один. Тонкий и толстый вот. Толстый оставим, потолще который. Вот так его разожмем. Болтик можно еще ослабить чуть-чуть. Все, поставили крыло, затягиваем болтик крепления, подтягиваем, сильно не надо давить, потому что вот в этом месте может лопнуть.
Поэтому чуть-чуть подтягиваем, чтобы он держался. И ставим на место. Затягиваем сидушку. Теперь закручиваем на ось колеса диск тормозной. Подтягиваем его немного. Теперь нам нужно перевернуть велосипед, чтобы поставить переднее колесо. То снимаем транспортировочную шпильку. Попробуем поставить. Колесо не будет мешаться машинке. Машинка не дает поставить колесо. Диск выгинается в другую сторону. Для этого ослабляем машинку. Ослабляем два болтика сверху и снизу. Теперь ставим колесо. Закрутили переднее колесо, теперь смотрим зазоры между диском и колодками тормозными. Крепление для телефона компактное, удобное, не занимает много места, не торчит в разные стороны, крепится на руль двумя болтиками внутри. Есть мягкие подкладки для защиты вашего гаджета от царапин, подходит для смартфонов от 4 до 7 дюймов. Ссылку я также оставлю в описании. Внутреннюю можно немного ослабить, потому что она поджата. Все, выставили зазоры, теперь диск не шоркает. Смотрим заднее колесо. Заднее колесо вообще в идеале. Проверим сейчас, как работают задние тормоза. Тормоза хорошие. Кстати, задние переключатели стоят Taur Way, почти как Tourney, но Taur Way название. Защиту машинки чуть-чуть отгинаем, чтобы она давала машинке переключаться до вот этой звездочки последней. Ну и смотрим, как переключает скоростя. А скоростя не очень переключается. Ослабляем тросик. Вторая скорость, третья. Вторая. Первая. Вторая. Третья. И идем вниз. Чуть-чуть ослабим еще. Смотрим переключение передних звезд. Как они работают. Вторая скорость, третья, вторая, первая, вторая. Скоростя переключаются хорошо.